Телекомпания «Видеоспорт Мото» при технической поддержке телекомпании «СКАТ» и «Студия 1» предлагают вашему вниманию полуфинал личного чемпионата России среди взрослых. И, как всегда по традиции, церемония представления участников этих соревнований. Видеоспорт Мото.
Итак, участники первого заезда. И по первой дорожке стартует Денис Гизатуллин, по второй Роман Иванов, по третьей Руслан Гатиятов и по четвертой дорожке юниор команды Лукойл Тимур Грифулин. Последние приготовления перед стартом. Судья на старт дает отмашку. И фальстарт совершает Роман Иванов. Какое решение примет главный судья? Мы сейчас все это увидим на повторе. И... Да, Роман Иванов первым задевает стартовую резинку. И согласно правил он исключается из перезаезда. И на перезаезд допускается запасной спортсмен. Это Ренат Нигматуллин, гонщик команды Лукойл. Итак, состав перезаезда. Денис Гизатуллин, Ренат Нигматуллин, Руслан Гатиятов и Тимур Грифулин. Итак, дан старт. И первым выходит Денис Гизатуллин. Далее Руслан Гатиятов, третьим Тимур Грифулин и четвертым Ренат Нигматуллин. Вот такая вот четверка от команды Лукойл. Все дорожки были, как вы видели, заняты представителями одной команды. И по трассе они продвигаются равномерно. Никакой практически нет борьбы. Все встали по своим местам. И гонка продолжается в том же порядке. По-прежнему лидирует Денис Гизатуллин. На второй позиции идет Руслан Гатиятов. На третьей Тимур Грифулин. И на четвертый Ренат Нигматуллин. Участники заезда пошли на последний круг в том же порядке. Лидирует Денис Гизатуллин. На второй позиции Руслан Гатиятов. На третьей Ренат Нигматуллин. Финишируют участники заезда в том же порядке. 3 очка в свою копилку привозит Денис Гизатуллин. 2 очка Руслан Гатиятов. 1 очко запасного гонщика Рената Нигматуллина. А вот на последнем круге Тимур Грифулин сошел с дистанции. И у него бараночка. На ваших экранах участники второго заезда. И в нем принимают старт по первой дорожке Ленар Нигматзянов, представители СТМК «Турбина». По второй дорожке Максим Калимулин вставляет команду СК «Турбина». По третьей дорожке Георгий Ишутин. И по четвертой дорожке Альберт Тибеев, город Салават. Задыбил на старте мотоцикл у Альберта Тибеева. Потерял драгоценное время. А за первую позицию взвернулась борьба между Ленаром Нигматзяновым и Георгием Ишутиным. И вперед выходит Ленар Нигматзянов. В борьбу включается Максим Калимулин. Отодвигает он Георгия Ишутина на внешнюю сторону трека и выходит на вторую позицию. Участники заезда пошли на второй круг в следующем порядке. Ленар Нигматзянов, Максим Калимулин, Георгий Ишутин. И на четвертой позиции идет пока Альберт Тибеев. Вносит свои коррективы и в погодные условия. Они влияют немножко и на ход гонки. Как видите, немножко заморосил дождь. Слегка забрызгало даже объектив камеры. Но гонка продолжается. И участники заезда пошли на последний круг. В том же порядке. Ленар Нигматзянов, Максим Калимулин, Георгий Ишутин. И замыкает тандем Альберт Тибеев. В последнем повороте разворачивает мотоцикл Альберта Тибеева, и он падает, сходит с дистанции. Гонщики финишируют в следующем порядке. Ленар Нигматзянов, Максим Калимулин и Георгий Ишутин. Результат заезда. 3 очка в свою копилку привез Ленар Нигматзянов, 2 очка Максим Калимулин, 1 очко получил Георгий Ишутин и Альберт Тибеев. Падение исключения, 0 очков.
и участники третьего заезда, и в нем стартуют два салаватских спортсмена. Это Артем Щепин по первой дорожке и по четвертой дорожке Виктор Голубовский. По второй дорожке гонщик команды «Мегалада» Илья Бондаренко. И по третьей дорожке представитель от команды «Лукойл» Игорь Кононов. Удачно стартовал Виктор Голубовский, выходит он лидера заезда. За вторую позицию у нас идет борьба между Ильей Бондаренко и Игорем Кононовым. Интересно разворачиваются события на треке. На второй круг уходят гонщики в следующем составе. Виктор Голубовский, Илья Бондаренко, Игорь Кононов и падает Артем Щепин. Остановка заезда, и сейчас будет назначен перезаезд. Вот мы видим на повторе, как падает Артем Щепин. Он упал сам, никто ему не мешал. Гонщик шел последним, и видно, он получил какую-то незначительную травму. И в перезаезде он уже стартовать не будет. Перезаезд третьего заезда. Артем Щепин исключен из заезда как виновник остановки и падения. По второй дорожке стартует Илья Бондаренко, по третьей Игорь Кононов и по четвертой Виктор Голубовский. Дан старт, и его, конечно же, выигрывает гонщик команды «Мегалада» Илья Бондаренко. На вторую позицию пытается выйти Игорь Кононов. Ну вот мы видим, Виктор Голубовский отстал. И участники заезда пошли на второй круг в следующем порядке. Илья Бондаренко, Игорь Кононов и Виктор Голубовский. Ошибается Илья Бондаренко, выбрасывает его на внешний радиус. Воспользовался ошибкой Игорь Кононов, но Илья Бондаренко возвращает себе потерянную позицию. И участники заезда пошли на третий круг в том же порядке. Бондаренко, Кононов, Голубовский. Очередная атака Игоря Кононова. Пытается он атаковать Илью Бондаренко, но Илья крепко закрепился на первой позиции. А вот Виктор Голубовский уже, похоже, смирился с третьей позиции. И участники заезда подходят к линии финиша в том же порядке. Илья Бондаренко, Игорь Кононов и Виктор Голубовский. Результат заезда: Илья Бондаренко 3 очка, Игорь Кононов 2 очка, Виктор Голубовский 1 очко и Артем Щепин падение исключения из заезда. Участники 4-го заключительного заезда первой серии. И по первой дорожке стартует Эмиль Сайфутдинов, представитель команды «Мегалада». По второй дорожке Артем Водяков, представитель команды «СК Турбина». По третьей дорожке Роман Поважный, тоже представитель команды «СК Турбина». И по четвертой Радик Тибеев, команда «Салават», город Салават. Удачливее всех на старте оказался Роман Поважный, он выходит в лидеры. А Эмиль Сайфутдинов отодвигает Водякова на внешний радиус трека. Воспользовался моментом Радик Тибеев, и участники заезда на треке распределились следующим образом. Роман Поважный, Эмиль Сайфутдинов, Радик Тибеев и Артем Водяков. На дистанцию атаки выходит Эмиль Сайфутдинов, пытается он обойти Романа Поважного, но ему это не удается, и участники заезда пошли на третий круг в следующем порядке. Роман Поважный, Эмиль Сайфутдинов, Радик Тибеев и Артем Водяков. Похоже, усилился дождь, гонщикам становится все труднее проходить дистанцию. Но участники заезда приближаются к линии финиша и финишируют Роман Поважный, далее Эмиль Сайфутдинов, Радик Тибеев и Артем Водяков. Результат заезда: Роман Поважный 3 очка, Эмиль Сайфутдинов 2 очка,
Одно очко Радик Тибеев и 0 очков Артем Будюков. Начинаем вторую серию заездов, и на ваших экранах участники пятого заезда. По первой дорожке стартует Радик Тибеев, город Салават, по второй Денис Гизатуллин, по третьей дорожке Ленар Нигмадзянов и по четвертой Игорь Кононов. Участники заезда готовятся к старту, завершаются последние приготовления, маршал на старте дает отмашку. И участники заезда стартуют, и старт выигрывает Денис Гизатуллин. Ленар Нигмадзянов оттесняет Игоря Кононова на внешний радиус трека. Радик Тибеев воспользовался ситуацией и вышел на вторую позицию. Ленар Нигмадзянов уходит на дистанцию атаки, пытается он атаковать Радика Тибеева, но ошибается и пропускает вперед Игоря Кононова. Участники заезда пошли на второй круг. В следующем порядке Денис Гизатуллин, Радик Тибеев, Игорь Кононов. Допускает ошибку Игорь Кононов, и вперед пропускает он Ленара Нигмадзянова. На третий круг участники заезда пошли в следующем порядке: Денис Гизатуллин, Радик Тибеев, Ленар Нигмадзянов и Игорь Кононов. Заключительный круг дистанции, и гонщики финишируют в том же порядке: Денис Гизатуллин, Радик Тибеев, Ленар Нигмадзянов и Игорь Кононов. Результат заезда: Денис Гизатуллин 3 очка, 2 очка зарабатывает Радик Тибеев, 1 очко Ленар Нигмадзянов и 0 очков у Игоря Кононова. Участники шестого заезда, и в нем принимают старт. По первой дорожке в красном нашлемнике Артем Водяков. По второй дорожке в синем нашлемнике Ренат Нигматуллин. Здесь он меняет Артема Щепина. По третьей дорожке в белом нашлемнике Роман Иванов. И по четвертой дорожке в желтом нашлемнике Георгий Ишутин. Равномерно стартовали участники заезда. Роман Иванов уходит на первую позицию, а между Георгием Ишутиным и Артем Водяковым завязалась борьба за вторую позицию. Артем Водяков вышел на вторую позицию, но Роман Иванов здесь ошибается, и Артем Водяков обходит его. И участники заезда пошли на второй круг в следующем порядке: Артем Водяков, Роман Иванов, Георгий Ишутин. На четвертой позиции пока у нас продвигается Ренат Нигматуллин. Ну вот он не попадает пока в поле зрения наших камер. Видно, что-то у него случилось с мотоциклом. Он уже на старте отстал. И участники заезда пошли на третий круг в том же порядке: Водяков, Иванов и Шутин. Последний круг дистанции. На треке не произошло никаких изменений. Гонщики движутся по трассе в той же последовательности. И финишную черту пересекает 15-летний юниор команды СК «Турбина» Артем Водяков. И результат заезда: Артем Водяков приводит в свою кабинку 3 очка, 2 очка Роман Иванов, Георгий Шутин 1 очко и Ренат Нигматуллин 0 очков. Седьмой заезд сегодняшнего дня соревнований, и он представлен следующими участниками. По первой дорожке стартует в красном нашлемнике Илья Бондаренко, по второй дорожке в синем нашлемнике Эмиль Сайфудинов, по третьей дорожке в белом нашлемнике Максим Калимулин и по четвертой дорожке
представитель команды «Лукойл» Руслан Гатиятов. Последние приготовления перед стартом. И стартовая лента уходит вверх. Максим Калимулин слегка задевает Руслана Гатиятова, провоцирует его на падение, и Руслан Гатиятов падает. Главный арбитр не останавливает заезд. Руслан Гатиятов ретируется, отъезжает к борту. А на треке у нас происходит следующее. Гонщики пошли на второй круг. Первым идет Эмиль Сайфутдинов, вторым Максим Калимулин и третьим Илья Бондаренко. На третий круг гонщики уходят в том же порядке. Эмиль Сайфутдинов, Максим Калимулин и Илья Бондаренко. А Руслан Гатиятов дожидается окончания заезда возле борта, чтобы не мешать участникам заезда продвигаться по дистанции. И участники заезда пошли на последний круг дистанции. И финиширует первым Эмиль Сайфутдинов. Вторым был Максим Калимулин, третьим Илья Бондаренко. И результат заезда таков. Эмиль Сайфутдинов 3 очка, Максим Калимулин 2 очка, Илья Бондаренко 1 очко и Руслан Гатиятов как виновник падения 0. Ну, мы сейчас вот наблюдаем повтор, видим, как спровоцировал Максим Калимулин Руслана Гатиятова прилечь. Ну вот это произошло во второй половине поворота, и я так думаю, что главный судья увидел этот момент и не остановил гонку. И Руслану Гатиятову не оставалось как ретироваться и дожидаться окончания заезда. К сожалению, 0 очков. Время победителя этого заезда 69,4 секунды. Итак, на ваших экранах участники заключительного заезда второй серии, заезд номер 8. И он представлен следующими участниками. По первой дорожке стартует Тимур Гарифуллин, по второй дорожке Альберт Тибеев, по третьей дорожке Виктор Голубовский и по четвертой дорожке Роман Поважный. Старт, и Роман Поважный выходит вперед. Виктор Голубовский на вторую позицию, Альберт Тибеев на третью, Тимур Гарифуллин пока по трассе движется четвертым. Альберт Тибеев набирает обороты, выходит на дистанцию атаки, пытается он атаковать Виктора Голубовского. Роман Поважный идет первым, но вот вы видите, его мотоцикл немножко подкидывает. Да, дорожка немножко размякла после дождя, но тучка рассеялась, дождик прекратился. И участники заезда пошли на третий круг. По-прежнему лидирует Роман Поважный. Вторым идет Виктор Голубовский. Его атакует Альберт Тибеев. Опять вот он пытается по наружной траектории выйти вперед, но у него ничего не получилось. Участники заезда пошли на последний круг в той же последовательности. Вот немножко Альберт Тибеев здесь замешкался, чуть не ушел в забор. Он удержался. И теперь гонщики финишируют. Первым Роман Поважный, вторым Виктор Голубовский, третьим Альберт Тибеев и четвертым Тимур Гарифуллин. Результат заезда: Роман Поважный 3 очка, Виктор Голубовский 2 очка, Альберт Тибеев 1 очко и Тимур Гарифуллин бараночка 0 очков.
Итак, мы начинаем третью серию заездов. На ваших экранах участники 9-го заезда. По первой дорожке стартует Георгий Ишутин в красном нашлемнике. По второй дорожке в синем нашлемнике Роман Поважный. По третьей дорожке в белом нашлемнике Денис Гизатуллин. И по четвертой дорожке в желтом нашлемнике Илья Бондаренко. Хочется отметить, что Роман Поважный и Денис Гизатуллин в своем активе имеют по 6 очков. Они являются лидерами пока этих соревнований. И мы посмотрим, что будет дальше. Старт. Роман Поважный выходит вперед. Вторым идет Денис Гизатуллин. Вот его задебило. И Денис Гизатуллин выходит в лидеры. На вторую позицию переместился сейчас Роман Поважный. Участники заезда пошли в второй круг. В следующем порядке. Денис Гизатуллин, Роман Поважный, Илья Бондаренко и Георгий Ишутин. Пытается сейчас он обойти Илью Бондаренко. Составляет он ему конкуренцию. Участники заезда разбились на две пары. Пара лидеров — это Денис Гизатуллин и Роман Поважный. И вторая пара — это Илья Бондаренко и Георгий Ишутин, которые пытаются поделить третью позицию на треке. Участники заезда пошли на последний круг. По-прежнему на треке не произошло никаких изменений. Лидирует Денис Гизатуллин. А вот Георгий Ишутин пытался сейчас атаковать Илью Бондаренко. И финишный створ пересекает Денис Гизатуллин. Вторым был на финише Роман Поважный. Третьим Илья Бондаренко. И четвертым Георгий Ишутин. Результат заезда: 3 очка Денис Гизатуллин, 2 очка Роман Поважный, 1 очко Илья Бондаренко и 0 очков Георгий Ишутин. Участники 10-й гонки дня. И она представлена следующими участниками. По первой дорожке в красном нашлемнике стартует Виктор Голубовский. По второй дорожке в синем нашлемнике Ленар Нигматзянов. По третьей дорожке в белом нашлемнике Эмиль Сайхудинов. И по четвертой дорожке в желтом нашлемнике Роман Иванов. Последнее приготовление перед стартом. Старт выигрывает Эмиль Сайхудинов. На вторую позицию выходит Роман Иванов. Виктор Голубовский идет третьим. И Ленар Нигматзянов пока на четвертой позиции. Участники заезда пошли на второй круг. Виктор Голубовский по внутренней траектории пытается обойти Романа Иванова. Но у него не получается это. Опять очередная атака. И Виктор Голубовский выходит на вторую позицию. Участники заезда пошли на третий круг. В следующем порядке идет первым Эмиль Сайхудинов, вторым Виктор Голубовский, третьим Роман Иванов и четвертым Ленар Нигматзянов. Последний круг дистанции. По-прежнему лидирует Эмиль Сайхудинов. Ошибается Виктор Голубовский. И Роман Иванов возвращает себе вторую позицию. Последние метры дистанции. Финиширует Эмиль Сайхудинов. Вторым был Роман Иванов, третьим Виктор Голубовский. И падает Ленар Нигматзянов. Результат заезда: 3 очка в свою копилку приносит Эмиль Сайхудинов, 2 очка Роман Иванов, третьим был Виктор Голубовский — 1 очко, и Ленар Нигматзянов — падение бараночка. Участники 11-го заезда. И по первой дорожке в красном нашлемнике здесь стартует Альберт Тибеев. По второй дорожке в синем нашлемнике Игорь Кононов. По третьей дорожке в белом нашлемнике Руслан Гатьятов. И по четвертой дорожке в желтом нашлемнике Артем Водяков. Дан старт. И первым выходит Руслан Гатьятов. Артем Водяков совершает падение. Главный арбитр соревнований не останавливает заезд. И участники заезда продолжают двигаться в следующем порядке. Первым идет Руслан Гатьятов, вторым идет Игорь Кононов, третьим Альберт Тибеев. Ч-
участники заезда пошли на третий круг в том же порядке. Артем Бутяков отодвинул свой мотоцикл к забору, а сам ушел вовнутрь поля, чтобы не мешать участникам заезда продвигаться по дистанции. Четвертый круг дистанции. На треке не произошло никаких изменений. Лидирует по-прежнему Руслан Гатиятов. Далее Игорь Кононов и Альберт Тибеев. Финишируют гонщики в том же порядке. Гатиятов, Кононов и Тибеев. Результат заезда: Руслан Гатиятов 3 очка, Игорь Кононов 2 очка, Альберт Тибеев 1 очко, Артем Водяков — падение. Вот мы на замедленном повторе видим, как Артем Водяков вышел на внешний радиус, его там развернуло, совершил падение. Широко вошел, конечно, Артем, вот допустил вот такую вот ошибку. На ваших экранах участники 12-го заключительного заезда третьей серии. И по первой дорожке здесь стартует Радик Тибеев. По второй дорожке Тимур Гарифуллин. По третьей дорожке Ринат Нигматуллин. Здесь он меняет Артема Щепина. И по четвертой дорожке в желтом нашлемнике Максим Калимулин. Там старт. И Максим Калимулин выигрывает старт, не выходит на первую позицию. Радик Тибеев на вторую, Тимур Гарифуллин на третью и Ринат Нигматуллин занимает последнюю позицию на треке. Участники заезда пошли на второй круг в том же порядке: Калимулин, Радик Тибеев, Тимур Гарифуллин и Ринат Нигматуллин. Равномерно распределились участники заезда по дистанции. Пошли они на третий круг в том же порядке. На треке не произошло никаких изменений. И маршал на линии старта-финиша показывает флаг о том, что участники заезда ходят на последний старт. Первым финишный спор пересекает Максим Калимулин, вторым Радик Тибеев, третьим Тимур Гарифуллин и четвертым Ринат Нигматуллин. Результат заезда: 3 очка Максим Калимулин, 2 очка Радик Тибеев, 1 очко Тимур Гарифуллин и Ринат Нигматуллин, бараночка, 0 очков. Итак, мы начинаем четвертую серию заездов. И на ваших экранах участники 13-го заезда. По первой дорожке в красном нашлемнике стартует Максим Калимулин. По второй дорожке в синем нашлемнике Виктор Голубовский. По третьей дорожке Артем Водяков. И по четвертой дорожке в желтом нашлемнике Денис Гизатуллин. И на первых метрах дистанции развернулась борьба между Артемом Водяковым, Денисом Гизатуллиным и Максимом Калимулиным за первую позицию. Но Артем Водяков выходит вперед,
Денис Гизатуллин закрепился на второй позиции, Максим Калимуллин на третьей и на четвертой Виктор Голубовский. Участники заезда пошли на второй круг. Артем Водяков лидирует, далее идет Денис Гизатуллин. Пытается сейчас Денис Гизатуллин обойти Артема Водякова. Не получилось. Участники заезда пошли на третий круг. Очередная атака Дениса Гизатуллина. По внутренней траектории пытается обойти Артема Водякова. Плотно приблизился к Артему. Он пытается вытеснить его из трека, но Артем удержался. И очередная атака. Артем Водяков выходит широко и задевает борт и падение. Заезд не останавливается. Финишную черту пересекают Денис Гизатуллин, далее Максим Галимуллин и Виктор Голубовский. Результат заезда: 3 очка получает Денис Гизатуллин, 2 очка Максим Галимуллин, 1 очко Виктор Голубовский и падение Артем Водяков. Сейчас мы видим на замедленном повторе, как Артем Водяков его буквально вот выстреливает и выносит на внешний радиус. Задним колесом он задевает ограждение трека и падает. Надо отдать должное, что 15-летний юниор практически 3 круга возил нашего Дениса Гизатуллина, который имеет уже очень большой опыт. Но здесь тот не удержался, Артем Водяков, и совершил падение. Итак, участники 14-го заезда, и в нем примут старт. По первой дорожке в красном нашлемнике Роман Иванов. По второй дорожке в синем нашлемнике Радик Тибеев. По третьей дорожке в белом нашлемнике Альберт Тибеев. И по четвертой дорожке в желтом нашлемнике Илья Бондаренко. Как мы видим, здесь стартуют сразу 2 представителя от команды «Мегалада» и от команды «Салават». Илья Бондаренко и Роман Иванов поделили первую позицию на треке. Илья Бондаренко выходит в лидеры. На вторую позицию вышел Роман Иванов. На третьей позиции держится Радик Тибеев. И на четвертой Альберт Тибеев. Участники заезда прошли 2 круга дистанции в том же порядке. Бондаренко, Иванов и два брата Тибеевых. Пытается сейчас атаковать Радик Тибеев Романа Иванова. По внутренней бровке он вот зашел, но не получилось. Плотненько он опять подкатывается к Роману Иванову. Но Роман Иванов удержался на своей позиции. Участники заезда финишируют в следующем порядке: Илья Бондаренко, Роман Иванов, Радик Тибеев. Ну, Альберт Тибеев сошел с дистанции. Результат заезда: Роман Иванов 2 очка, Илья Бондаренко 3 очка, Радик Тибеев 1 очко, Альберт Тибеев сошел с дистанции. Итак, участники 15-го заезда сегодняшнего дня соревнований. По первой дорожке стартует в красном нашлемнике Роман Поважный. По второй дорожке в синем нашлемнике Руслан Гатиятов. По третьей дорожке в белом нашлемнике Ренат Нигматуллин. И по четвертой дорожке в желтом нашлемнике Ленар Нигматзянов. Старт выигрывает Роман Поважный, на вторую позицию вышел Руслан Гатиятов, на третью Ленар Нигматзянов и Ренат Нигматуллин на четвертой позиции.
атакуют Ленар Нигматзянов, Руслана Гатиатова и выходят на вторую позицию. Гонщики пошли на второй круг в следующем порядке. Роман Поважный, Ленар Нигматзянов, Руслан Гатиатов и Ренат Нигматулин. Третий круг дистанции. На треке не произошло никаких изменений. В том же составе участники заезда продвигаются по дистанции. Поважный, Нигматзянов и Гатиатов. Юниор команды «Лукойл» Ренат Нигматулин. Он движется по трассе четвертым, подотстал. И гонщики финишируют в том же порядке. Роман Поважный, Ленар Нигматзянов, Руслан Гатиатов и Ренат Нигматулин. Результат заезда. 3 очка в свою копилку добавляет Роман Поважный. 2 очка Ленар Нигматзянов. Руслан Гатиатов 1 очко. И Ренат Нигматулин 0 очков. Итак, участники 16-го заезда, заключительного заезда 4-й серии. И по первой дорожке здесь стартует Игорь Кононов в красном нашлемнике. По второй дорожке в синем нашлемнике Георгий Ишутин. По третьей дорожке в белом нашлемнике Тимур Гарифуллин. И по четвертой дорожке в желтом нашлемнике Эмиль Сайфудинов. Последнее приготовление перед стартом. На первых же метрах дистанции развернулась борьба между Игорем Кононовым и Эмилем Сайфудиновым. Падает Игорь Кононов, поднимается и продолжает двигаться дальше по дистанции. А на первой позиции у нас закрепился Эмиль Сайфудинов, на второй Георгий Ишутин. Мы видим, Игорь Кононов отстал немножко, он догоняет Тимура Гарифуллина. Участники заезда пошли на третий круг. В том же порядке Эмиль Сайфудинов, Георгий Ишутин, Тимур Гарифуллин, Игорь Кононов. Пытается сейчас Игорь Кононов догнать Тимура Гарифуллина. Участники заезда пошли на последний круг дистанции. Оторвался от своего преследователя Эмиль Сайфудинов. На значительное расстояние Георгия Ишутина. И финиширует Эмиль Сайфудинов. Вторым на финише Георгий Ишутин. А вот между Игорем Кононовым и Тимуром Гарифуллиным развернулась борьба. Но все-таки выигрывает Тимур Гарифуллин. И результат заезда таков. 3 очка, Георгий Ишутин 2 очка, Тимур Гарифуллин 1 очко, 0 очков Игорь Кононов. Итак, заключительная серия заездов. И здесь на наших экранах 17-й заезд. По первой дорожке стартует в красном нашлемнике Денис Гизатуллин. По второй дорожке в синем нашлемнике Альберт Тибеев. По третьей дорожке в белом нашлемнике Эмиль Сайфудинов. И по четвертой дорожке в желтом нашлемнике запасной гонщик Ренат Нигматулин. Здесь он снова меняет Артема Щепина. И на первых метрах дистанции завязалась борьба между Эмилем Сайфудиновым и Денисом Гизатуллиным. Эмиль Сайфудинов отстал, ушел на вторую позицию. На первую вышел Денис Гизатуллин. Третьим по трассе продвигается Альберт Тибеев. И четвертым идет Ренат Нигматулин.
На третий круг дистанции гонщики уходят в том же порядке. Гизатуллин, Сайфутдинов, Тибеев, Нигматуллин. Падает Альберт Тибеев, и Ренат Нигматуллин перемещается на третью позицию. Участники заезда подходят к финишной черте, и финиширует Денис Гизатуллин. Вторым был Эмиль Сайфутдинов, третьим Ренат Нигматуллин. И результат заезда таков: Денис Гизатуллин 3 очка, Эмиль Сайфутдинов 2 очка, Ренат Нигматуллин 1 очко и Альберт Тибеев падение 0 очков. Участники 18-го заезда. По первой дорожке в красном нашлемнике стартует Игорь Кононов. По второй дорожке в синем нашлемнике Роман Иванов. По третьей дорожке в белом нашлемнике Максим Калимулин. И по четвертой дорожке в желтом нашлемнике Роман Поважный. Последнее приготовление перед стартом. И гонщики равномерно стартуют. И на первых метрах дистанции Роман Поважный выходит в лидеры. Между Максимом Калимулиным и Романом Ивановым завязалась борьба за третью позицию. Роман Иванов пока идет на второй. Участники заездов пошли на третий круг дистанции. В следующем порядке: Роман Поважный, Роман Иванов, Максим Калимулин. Вот Максим Калимулин широко зашел, и его обходит Игорь Кононов. И ситуация на треке выглядит следующим образом: Роман Поважный, Роман Иванов, Игорь Кононов, и четвертым идет Максим Калимулин. На последний круг дистанции уходят гонщики в том же порядке. На треке не произошло никаких изменений. По-прежнему лидирует Роман Поважный. На второй позиции идет Роман Иванов. И гонщики финишируют в той же последовательности: Поважный, Иванов, Кононов, Калимулин. Результат заезда: 3 очка Роман Поважный, 2 очка Роман Иванов, 1 очко Игорь Кононов и 0 очков Максим Калимулин. Участники 19-й гонки дня. По первой дорожке стартует Руслан Гатиятов в красном нашлемнике. По второй дорожке в синем нашлемнике Виктор Голубовский. По третьей дорожке в белом нашлемнике Радик Тибеев. И по четвертой дорожке в желтом нашлемнике Георгий Ишутин. Руслан Гатиятов захватывает лидерство, и падение падают Виктор Голубовский и Радик Тибеев. Перезаезд 19-го заезда.
И только здесь стартуют два участника. Это Руслан Гатиатов и Георгий Ишутин. Исключен из заезда Радик Тибеев. А вот из-за травмы Виктор Голубовский не смог выйти на старт. И мы будем наблюдать за тем, что будет происходить сейчас на треке между двумя спортсменами. Георгий Ишутин выходит вперед. А Руслан Гатиатов пока движется на второй позиции. Очередная вот атака Руслана. Не получается пока у него обойти Георгия Ишутина. На второй круг участники заезда пошли в том же порядке. И Георгий Ишутин, и Руслан Гатиатов. Очередная атака Руслана Гатиатова. И он выходит в лидеры заезда. На второй позиции теперь оказывается Георгий Ишутин. Осталось пройти буквально полтора круга до финиша. Дорога немножечко размякла, потому что опять начался мелкий моросящий дождь. Вот Руслан уверенно идет по своей траектории. Георгий Ишутин, похоже, смирился со своей позицией. И участники заезда финишируют в том же порядке. Руслан Гатиатов и Георгий Ишутин. Результат заезда. Руслан Гатиатов 3 очка, Георгий Ишутин 2 очка. Виктор Голубовский не стартовал. И Радик Тибеев исключен как виновник падения и остановки заезда. 0 очков. Участники 20-го заезда, заключительного заезда соревнований. И по первой дорожке стартует в красном нашлемнике Ленар Нигмадзянов. По второй дорожке в синем нашлемнике Артем Водяков. По третьей дорожке в белом нашлемнике Илья Бондаренко. И по четвертой дорожке в желтом нашлемнике Тимур Гарифуллин. Из первых метров дистанции борьба. Артем Водяков выходит в лидеры. На третьей позиции вот сейчас идет Илья Бондаренко. Пытается сейчас Ленар Нигмадзянов атаковать Артема Водякова. Он закрепился пока на второй позиции. Очередная атака Ленара Нигмадзянова. Но Артем Водяков не сдается. Вот Ленар Нигмадзянов обходит Артема Водякова. И допускает ошибку, выходит на внешний радиус. И участники заезда пошли на последний круг. Артем Водяков, Ленар Нигмадзянов, Илья Бондаренко и Тимур Гарифуллин. Очередная атака Ленара Нигмадзянова. Не получается у него опять атаковать, обойти Артема Водякова. И снова атакует Ленар Нигмадзянов. Выходит на первую позицию. Последние метры дистанции. И Ленар Нигмадзянов финиширует первым, вторым Артем Водяков, третьим Илья Бондаренко и четвертым Тимур Гарифуллин. Результат заезда: Ленар Нигмадзянов 3 очка, Артем Водяков 2 очка, Илья Бондаренко 1 очко и Тимур Гарифуллин 0 очков. А на ваших экранах перезаезд. Это заезд 21. Здесь будут разыгрываться места за запасного спортсмена в финале между Георгием Ишутиным и Радиком Тибеевым. Они набрали одинаковое количество очков. И сейчас мы увидим, кто станет запасным участником в финале. Георгий Ишутин выходит, Радик Тибеев идет на второй позиции. И вот Радик Тибеев обходит Георгия Ишутина, выходит на первую позицию. Участники заезда продвигаются по трассе в том же по составе. Радик Тибеев, Георгий Ишутин на третий круг уходит.
участники заезда. Не получается у Георгия Ишутина обойти Радика Тибеева. Да, погодные условия очень тяжелые. Видно, сказывается мелкий вот этот моросящий дождь. И участники заезда пошли на последний круг. Что-то вот случилось с мотоциклом у Георгия Ишутина. Немножко он отстал. И финишную черту сейчас будет пересекать Радик Тибеев. И результат заезда таков. Первым был Радик Тибеев, вторым был Георгий Ишутин. На этом мы заканчиваем гонку. Вас дальше ждет церемония награждения, а также пресс-конференция с призерами. Также вот видите итоговую таблицу результатов. Вот вы видите, что Денис Затулин набрал максимальное количество очков. 15. Гонку комментировал Александр Кузин. До новых встреч! Очень тяжелая гонка. Очень. Все боролись, все хотели попасть в финал. Как понравилось? Тяжелый был. Но можно было ехать. Кто из основных соперников? Кого? Все были соперники. Не было ни соперников. То есть никого не выделялись? Нет. Ну, конечно, выделялись сильные гонщики, которые в сборную ездят. Как вообще оценивать выступление? Ну, очень хорошо едет, но маленько еще поездить, я думаю. То есть пока он вам не конкурент? Ну, конкурент, он борется, так ну просто поездит, но больше гонок не держит. Выступление в Польше помогает вам выступать? Ну да, вот просто больше гонок, это уже дает результат какой-то. Какой результат в Польше? У меня какой? Ну, пока идет нормально, последнюю гонку хорошо проехал. Спасибо.
Спасибо за поздравления. Гонка, как Эмиль сказал, была тяжелая. Все соперники достойны, все сильные. Всем хотелось попасть в финал. Еще к тому же пошел дождь, дорога постоянно менялась. Какой-то была очень тяжелая, потом чуть по-другому. Но все равно для всех было одинаково. Гонка показала. Все боролись, все достойно боролись. Каждый хотел попасть. Нормально. Вот как оцениваешь ваш заезд в семейную партию? Вы, я понимаю, удалили целую прямую. Вы боролись с Эмилем? Ну, конечно, не только заезд с Эмилем, а при выигранном старте каждый хочет уехать, тем более первому легче ехать, и поэтому каждый стремится удержать позицию, и тем более каждый знает, что сзади любой соперник на все способен, и схватит одну ошибку, и можно лишиться какой-то позиции. И поэтому каждый заезд держал газ и старался уезжать, чтобы не утратить позиции. Ну вот, заезд ваш? Просто приходилось убегать? Ну, конечно, как и все заезды. Конечно. Зачем? Каждый заезд, будь то не с Эмилем, будь то хоть с кем. Видео спорт мото.